при определении классов в C++ можно ограничивать доступ к некоторым полям и методам. Для этого используются модификаторы доступа. Например, если мы описываем класс целочисленного массива, мы можем ограничить доступ к полям этого класса. Значит, в данном случае полями класса является целочисленное поле, хранящее размер, и поле, хранящее указатель на соответствующий массив. Если мы перед определением этих полей укажем модификатор private, то никакая внешняя функция не сможет обращаться к этим полям. Единственный код, который может работать с данными полями, это методы соответствующего класса. То есть внутри методов мы можем обращаться к полю data и к полю size, но при этом снаружи мы можем работать с объектами типа int array только через методы этого класса. Соответственно, чтобы у пользователя вашего класса не возникало проблем, вам нужно предоставить доступ к тем данным, которые им нужны. Например, так как обращение к полю size снаружи невозможно, то необходимо предоставить метод, который этот размер возвращает. Аналогично, так как снаружи невозможно получить доступ к указателю на массив, мы предоставим метод get, который будет возвращать ссылку на элемент массива по его номеру.